Всем привет! Показываю необходимую вещь, которая нужна всем, кто занимается соком. Это так называемый виномер. Замеряем концентрацию сиропа кленового. Вот он показывает у нас 15% сахара. Это уже уваренный сироп. Видите, да? Это верхний менеск виномера. Это сироп. Вот я вытаскиваю виномер. Видите, тянется сироп. Это уже уваренный сироп, который имеет концентрацию 15%, то есть примерно 1 к 3. Измеряется по бытовому, так сказать, виномеру. Видите, по верхнему менеску это 15% сахара. Это сахаромер для измерения бытовой вина. Видите, он тянется. Это уваренный сироп уже, кленовый сироп. И здесь у нас исходный кленовый сироп, сок кленовый, который показывает 5%. То есть исходный кленовый сироп этого года, вот он, имеет сахаристость 5%. Но все эти измерения идут при температуре 20 градусов. Вот здесь немножко даже больше. Я замеряю температуру сосуда 23. Но исходно не менее 20. Вот такой бытовой виномер. Он сейчас есть в продаже, который может измерять процентное содержание сахара и спирта от 0 до 12, спирт и сахар от 0 до 25. Вы его опускаете в сосуд, вот этот виномер, и он у вас замеряет концентрацию сахара и спирта. Стоит он менее 100 рублей. Продается во всех магазинах, торгующих аксессуарами для виноделия и самогоноварения. Вот такой дешевенький, но достаточно точный. Спасибо всем за внимание. Этот сок уже концентрирован, то есть уваренный, 1 к 3. Это кленовый сок.